Итак, приветствую тебя на канале Твой Конфи. В общем, сегодня речь пойдет о таком замечательном проце, как i5-2-5. Это 4 ядра, 4 потока, кэш 3 6 мега. В общем, суть-то в теста сегодняшнего будет заключаться в чем? А что может этот комп на его же интегрированной видеокарте? Сейчас мы с вами об этом и узнаем. 2022. Погнали. Итак, характеристики КПУ-Z i5-2500, SandBridge, техпроцесс 32, энергопотребление 95 Вт, сокет 1155, 4 ядра, 4 потока, кэш 3 уровня 6 МБ, по материнке здесь вот Gigabyte мать, на B75 чипсете PCI-Express 2.0, хотя по идее должно быть 3.0, по оперативке DDR3 8 гигов, двухканальный режим, две плашки по 4. Графика встроенная, 875 МГц от Intel, берет из оперативки 1 ГБ. Bench КПУ, ну, 1360 баллов, грубо говоря, дальше смысла не вижу. Это в мультипотоке, в одном потоке 356 баллов. Следующий тест AIDA64. Итак, по памяти скорость чтения 19663 МБ в секунду. Скорость записи 20504, латентность 65,9. Переходим к следующему. Следующий тест у нас SandBench R23, все-таки 2022 год, нет смысла ставить R15. И по нему он в мультипотоке набрал 2466 тысяч баллов, что как бы вообще мало. Итак, игровой тест у нас начнется с Counter-Strike 1.6. Видео настройки у нас здесь разрешение 1440 на 900, включить HD модели игроков. К сожалению, больше тут ничего не сделать. Давайте возьмем какой-нибудь сервер. Сервера актуальные, их много, народ играет вовсю. Ладно, заткнись. Пожрал, хорошо, что ты там мявчишь? Так, кадры в секунду у нас 60-80. Ну, то есть, в принципе, свободненько можно играть. О, граната полетела. В свое время игрушка была мега крутой, не играл дофига народу. Ну, собственно, при желании поиграть можно. Влад, ты заколебал, а? В туалет походит, орёт, пожрёт, орёт, на балкон орёт. Всё, пока не сниму, не выйдешь. Следующий игровой тест Need for Speed Underground. Настройки графики. Разрешение 1280 на 1024. Всё на максимум. Итак, у нас получается 30-40 кадров. Максимальные настройки графики. Peugeot 206 говно. Надо было брать. Ну, в общем, консольные 30 кадров у нас есть. Когда-то эта игрушка была мега хитом. Но уже не сейчас. Следующий тест Quake 3 Team Arena. В свое время была мега крутая игра. Настройки графики тут тоже нету такого, как 1440 на 900. Самое сложное это на кошмаре или Nightmare. 3 раза перекачивал эту игрушку, и в результате, короче, меню очень сильно тупит, он очень сильно тормозит. Возможно, из-за того, что камень 4-ядерный, а может быть из-за того, что Win 10 64-битная. Поэтому что-то там она не очень в меню работает почему-то. В игре-то работает нормально. Итак, игрушка прогрузилась, игра очень быстрая и динамичная. Ну, 90 кадров есть, и вообще можно побегать, если скучно стало. Это вот так. Full HD с интернета без проблем. Также, я думаю, он замечательно справится и с 4К. 4К картинку тоже тянет замечательно. Можно смотреть фильмы, если подключить к телевизору, либо еще что-то. Подводя итоги, хочу сказать следующее. В силу того, что многие компании сейчас переводят своих сотрудников на удаленную работу, но, естественно, вам не хочется тратить 50-60 тысяч на покупку какого-то крутого компа, да и смысла в этом нет, если вы работаете в большинстве случаев с текстовыми документами или в какой-либо службе поддержки, то этого компьютера за 12-15 тысяч хватит вам за глаза, при учете того, что вы не играете в игрушки для просмотра фильмов, ютуба, работы с документами, прослушивания музыки, этого вам вообще за глаза. Как вы видели, можно даже поиграться в старенькие игрушки олдскульные, вспомнить, так скажем, свою молодость, студенческие годы. По поводу апгрейда. Апгрейдить этот комп на 1155 тоже можно. Можно с помощью кастомного биоса поставить сюда серверный ксеончик, а именно 4 ядра, 8 потоков, докинуть еще оперативной памяти до 16 гигов DDR3,
поставить SSD, чтобы быстрее системка грузилась. Также, если сюда поставить видеокарточку 1050 Ti, 4-гиговую, там RX 580, какую-нибудь 4-гиговую, или GTX 1060 на 6 гигов, то здесь можно будет еще и замечательно играться при разрешении HD либо Full HD в средне-высокими настройками графики. Покупать этот комп или не покупать, решать вам. Если у вас такой есть, пишите в комментарии. Интересно послушать ваше мнение, как он справляется с нынешними повседневными задачами. На улице снег, кстати, пошел, лопухи большие. Вот, этот компьютер на данный момент будет продаваться. Ссылочка будет в описании видео. Если ссылки нет, значит, он уже продан. Собственно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был твой конфиг, и я Евгений. Всем пока!